Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Slime Rancher. У меня уже сформировалась небольшая такая ферма с двумя видами слаймов. Со скалистыми и фосфорными. А еще парочка грядок как раз с едой для них. Но сегодня я хочу поставить еще парочку загонов. И найти пару новых видов слаймов. А заодно прокачать рюкзак, если хватит денег. Думаю, начну со сбора плортов. Так, ребята. Ничего себе. Сколько вы уже наделали? Сколько вас тут надо посчитать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А здесь? Сколько у вас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Еще парочку сюда, еще штуки три сюда можно посадить. А, вы жадины, у вас ничего и нету. Еще можно зайти вот сюда. Здесь кто-то что-то предлагает. Пойду сдам плорты, и можно будет взять задание. Так, отлично. У меня хватает на расширитель, по-моему. Надо посмотреть. Да, на расширитель как раз хватает. Отлично. Теперь я могу собирать намного больше плортов. Так, и что же требуется тебе? И кто ты? Муки Майлз. Мне нужны эти плорты с шеметом, чтобы это не значило. Так, таких скалистых всего 4 штуки и 6 розовых. Всего лишь. А что ты дашь взамен? А ничего особенного. Ну, хоть денежку дашь. Денежка мне пригодится. Так, начну с розовых. Розовые здесь повсюду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, 6 плортов у меня есть. Думаю, скалистых можно по дороге собрать. Пойдем, фосфорный мне нужен. Я хочу, чтобы их было больше. Еще один плорт возьму. Пожалуй, розовых соберу побольше плортов. Ой, извини, малый. Только не обижайся на меня. Так, еще один фосфорный. Отлично. Вот, вас надо парочку. Да хватит драться. И вот этих вот плортов тоже надо набрать. Уйди. Ай, пожалуй, сразу наберу много. И сдам, сколько нужно. Так. Два скалистых слайма у меня есть. Еще один фосфорный остался, чтобы у меня было по 10. И того, и того. Так, сразу наберу. Вар, уйди. Уйди, сказал. Уйди. Где? Где еще плорты? А, нету больше плортов. Вон по дороге есть. Блин, куда они улетели? Я хотел запылесосить, они улетели. Вон еще один. Отлично. Так, пожалуй-ка я пойду сдам задание и побегу по своим делам. Сегодня хочу побывать в новой локации. Вот здесь вот. Блин, не знаю, курсор здесь не видится. В общем, вот в этой местности, которая посередине экрана. Думаю, там что-то интересное можно найти. Так, ребята. Я думаю, вас можно уже закинуть. Раз, два, три. Теперь их 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А почему не 10? Вы куда-то деваетесь? Ладно, разберусь еще потом. Скалистых слаймов парочку, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Этих 10, все правильно. Так, пойду-ка я сдам плорты. Заберу то, что он мне дает. Давай, держи. И... Так, нужно сразу скормить это все этим ребятам. Так, а мясо они не едят, да? Вы едите у нас овощи. Держите свеклу. Блин. Курехи, зачем вы вылетели? Так, овощи. Держите. Все отлично. Этим хватает. О, клубника созрела. Можно собирать. Пойду отдам ее сразу фосфорным. И побегу по своим делам. Так, держите. Хотите кушать? Ловите. О, даже достижение лови заработал. Интересно, что оно значит? Лови, выстрели едой в рот слайма, парящему в воздухе. Ага, отлично. Так, ребята, вы кушаете, я пока пойду. Так, курочек мне не надо, пускай размножаются здесь. Скалистый, блин, держись. Блин, они совсем немного дают в последнее время. Давали по 20, и теперь совсем по 16 и по 14. Пойду быстро соберу то, что они мне надавали. И можно будет улучшить по-быстрому что-нибудь. А потом бежать на новую локацию, собирать новых слаймов. Время час ночи. Я думаю, успею до рассвета. Отлично. Теперь мне хватает денег, чтобы улучшить еще мой рюкзак. Наверное, я его полностью улучшу. Генератор. Покупаем. 200, 200, 200. На 200 ничего не могу купить. Что ж, пожелайте мне удачи с поиском новых слаймов. А я выдвигаюсь в новую локацию. Так, я решил немножко повременить с новой локацией, потому что вспомнил, что у нас тут телепорт. А куда он ведет, я так и не посмотрел. А, блин, он ведет на базу. Серьезно, я мог просто телепортироваться туда. Пожалуй, сразу закину фосфорного слайма, которого я нашел, и сдам плорты. Парочка лишних монет лишними не будут никогда.
фосфорный. Домой. Ой. Иди-ка сюда. Давай-ка обратно. Так, еды у вас у всех хватает, я думаю. Ты чего там делаешь с ней? Ну ладно, я не смотрю. Ладно, поехали изучать новую местность. А новая местность для меня находится вот здесь. Потому что, по-моему, я сюда даже не заходил. А может быть и заходил, но не до конца. Надо изучить это место. Знак опасно. Я где-то уже встречал его. Только там ничего интересного нету? Не, наверное, нету. Потому что они запрыгали за мной. Так, а что интересно здесь? Ключик. А ключа у меня как раз два есть. Отлично. Ну и куда эта дверь приведет? Что-то новенькое. Воу, ура, руда, карьера Индиго, новая статья. Что за достижение? Найти карьеру Индиго? Отлично, я его нашел. Интересно, а что здесь интересного есть? Такая вот тавтология. Так, что у нас тут? Ничего. Блин, я уже... О, привет. Это же обычный скалистый слайм. Я думал, тут уже целые новые слаймы будут. Нет, ничего интересного. Пойдем-ка полазим, посмотрим, может быть, что-то интересное все-таки найду. Фосфорные, курочки, скалистые розы. О, нифига себе, он взорвался. Это какой-то новый слайм. Это же слайм? Бабах слайм, да. И да, мясо. Нет, мясо мне не надо. Давай для коллекции тебя соберу. Бабах слайм. Осторожно, говорят эти слаймы. Взрыва чего? Сокращенное слово. Так, здесь дорога обратно. И дорога дальше. Блин, мне надо карту срочно. Здесь карты нигде нету. Так, куда меня ведет дорога? Ого, целая пещера. О, да тут каменистый слайм. А я знаю, что тебе нужно. Тебе нужна еда, тебе нужны овощи. По-моему, вон там карта. Так, а здесь ничего интересного больше нету? Нет, по-моему, ничего. Сокровищница? Ну, сокровищница не так интересно, потому что я еще не знаю, как их открывать. А вот там что-то есть, мне кажется. Какая-то дорога. И здесь есть курочки. Курочки мне не нужны. Еще одна сокровищница. Блин, а могу ли я туда залезть? Сейчас накоплю быстро энергию и попробую. Так, заодно пока можно активировать карту. О, а это не такая уж большая пещера на самом-то деле. Так, а куда ведет это место? Здесь почему-то на карте не показано. Так, я могу пойти направо, там есть какая-то местность, и могу пойти наверх. Для начала попробую взлететь, может быть, у меня это получится. Давай. Блин, не получается, совсем чуть-чуть не хватало. О, там я увидел целый шкафчик. Нет, не шкафчик, а ящик. Хочу попробовать туда залететь. Давай. Блин, не хватает совсем тяги. О, я могу здесь зависнуть. Надо попробовать. Давай еще раз. Ну, давай. С пятой попытки. Ништяк. Так, всего лишь слайми. Ничего интересного. Блин, что-то там есть, я чувствую. Я чувствую, там что-то будет. О, фосфорные плорты. Они мне пригодятся. Ладно, давай попробуем туда пролететь. Оп, давай. Блин, здесь какой-то секрет наверняка есть. Ну, что ж тут есть? Нет, это проход, блин, почему на карте он не был указан? Капец. Я зря пролетел только. Так, о, это кто такие? Так, мелоровый плод я выкину. Ну-ка сюда. Радиоактивный слайм. Так, а что он, что они дают вообще? Взрывной я не захотел, потому что он ест куриц. А радиоактивный ест овощи. Ока-ока. Наверное, они много дают плортов. Пожалуй, я возьму парочку. Да, я соберу их для нового загона. Так, это водный у нас биом какой-то. Блин, я уже заблудился, если честно. Столько всего здесь. Так, откуда я пришел? Я уже не помню. По-моему, откуда-то отсюда. Или отсюда? Или отсюда? Да, отсюда. Я пришел отсюда. Здесь есть спуск вниз. Блин, по карте фиг разберешься. Давайте сначала поверху прогуляемся. Так, огненный мне не нужен. Есть проход направо. Там какая-то местность интересная. Но туда я пока не хочу. Хочу перейти на эту сторону. Туда я тоже могу пройти. Да, пройду-ка я туда. О, тихо. Чуть не упал. Так, а здесь у нас просто шкафчик. Шкафчик. Почему их называют шкафчики? Это же сундучки. Точнее, ящички. Шкафчики, блин. Так, интересно, радиоактивных я еще найду на этой локации или нет? Или это единственный радиоактивный, который здесь был? Так, еще один ящичек. Эй, а почему я не могу собрать его? А нет, собрал. Блин, опять всего лишь курица.
какой-то телепорт. А куда он ведет, интересно? Так, там ничего или что-то есть? Нет, ничего. Давайте сразу посмотрим до конца, что тут интересного. Так, дорога куда-то сюда ведет, в ущелье. О, сокровищница, куда можно пролететь. Или перепрыгнуть. Так, а здесь? О, здесь можно вниз спуститься. Здесь вниз. Ну, внизу мне нечего делать, тут внизу ничего интересного, я так вижу. Так, дорога направо. Интересно. Ее просто на карте нету. Куда она ведет? О, чтобы... Нажмите Е, чтобы использовать ключ. Наверное, пока не буду, пока я здесь все не изучу, не соберу всех радиоактивных слаймов, я сюда не пойду. Я запомнил, в принципе, где это. Хочу посмотреть, что с той стороны. Да, давайте сначала посмотрим, что внизу есть интересного, и пойду направо. Так, у нас тут ящик целый, блин, который я не могу поймать. О, а это что такое? Блин, надо срочно что-то выкинуть. Блин, он уже слопал. Не, на следующий раз я точно выкину. Давай сразу плортов выкинем всем. Да, сначала выкину все плорты, потом буду искать эту штучку. Я даже не понял, что это. Так, эй, дай-ка мне плорт свой. Или мне показалось, что там плорт? Нет, здесь ничего интересного внизу не было. А вот там наверняка что-то есть. Буду всегда хранить один свободный отсек, чтобы на всякий случай собирать что-то важное или редкое. Так, это что у нас такое? Какая-то дорога вниз. Интересно, тут вода? Но тут же не пройти. Наверное, еще одна закрытая дверь. Нет, открытая. Кто здесь? Здесь, по-моему, только слаймы. Больше никого. Блин, я уже заблудился немного, ребята. Столько всего в новой локации. Я ведь ее еще не все обошел. Так, а что... Что у нас здесь? А, я опять вышел туда. Это всего лишь проход. Если я прыгнул бы вниз, я мог пройти здесь. Все, я понял, здесь ничего особенного нету. Так, туда я больше пока не пойду. Пойду-ка я обратно. Тут кое-что я еще не осмотрел. Да, вот эту локацию. И куда ведет телепорт, интересно? Давайте-ка посмотрим сразу. О, отлично, он идет прямо на базу. Это, конечно, классно, но мне теперь бежать, капец, сколько далеко до туда. Блин, хорошо, что все осталось, что у меня было в руках. Надо сразу накормить ребят, собрать плорты, сдать, купить все, что мне надо, и отправляться дальше изучать. Так, они мне ничего не дают, потому что они не поели еще, а там еще ничего не созрело. Так, сейчас эти налопаются, свеклы. И я сразу что-нибудь прокачаю. Или поставлю загон для фосфорного слайма. Да, наверное, так и сделаю. Ого, сколько плортов, ребята. Вы сегодня очень щедрые. О, новый звонок. Блин, взять, не взять. Там еще письмо от Боба надо прочитать. Может быть, это он и есть? Звездная почта. Привет, привет, курицы, курицы, привет, Боб. Непонятный персонаж. Ладно, пойдем. Посмотрим, что он там хочет от меня. Это же Боб? Курицы? Так, 8 таких и 3 таких. Он дает... Ого, а это что такое? И это что такое? Сколько тут всего интересного. А у меня как раз есть курицы. Ну-ка, идите сюда. Цыпки. Так, а больше куриц у меня нету, да? Или есть? Вот кто-то кудахчет, но я не вижу никого. Нет, по-моему, никого нету. Пожалуй, пока поставлю этих каменистых куриц. Пойду соберу 8 штучек, которые... А, вот еще одна. 8 штучек, которые вот там вот сидят. Да, пожалуй, по дороге сдам слаймы. Тьфу, плорты. Почему постоянно говорю слаймы? Ого, эта штука дает целых 79. Водный дает 63, этот 79. Радиоактивный дает 51. Отлично, я буду радиоактивных сейчас сажать. Надо будет посмотреть, что они едят. Так, куриц у меня в достатке. Да, пожалуй, одна, даже лишняя. Пойду-ка сдам куриц, заберу все, что он мне даст, и вернусь на ту локацию, которую я изучал. Держи, бешеный непонятный псих. Куры-куры. Так, это у нас плорты, плорты, чудной лук какой-то. Плорты, плорты, плорты. Кристальный плорт. Интересно, за что он? Обмен на аспект достижения. Выполни заказ по дистанционному обмену между полуднем и 2 часами дня. Прикольно. Чисто случайно выполнил. О, целых 2 крутых плорта. Целых 2 крутых плорта. Чудной лук. А что он дает? Точнее, кто его ест, я не знаю. Пожалуй, посажу, потому что он какой-то редкий с виду, я не знаю. Пускай будет. Участок земли. И чудной лук. Не знаю, пускай поедят. Я думаю, они тоже не против поесть этой штуки. Но я, пожалуй, вернусь в то место, где я остановился. Так, здесь я все изучил. Пойдем-ка дальше. По-моему, в следующей пещерке я не все изучил. Вот здесь вот.
А нет, здесь я все изучил, я зачем-то полетел вон туда заранее. Ребята развлекаются. А, скалистый гордый, я и забыл про него. Надо собрать овощей на базе и сюда вернуться. Так, по-моему, я вот здесь не был. Да, я здесь не был. Там я был, а сюда еще не возвращался. Не проходил, по-моему. Да, по-моему, здесь я не был. Пройти понизу сначала или сразу наверх пойти? Пойду-ка понизу прогуляюсь. Так, здесь курочки, здесь ничего интересного. О, еще лук. Не такой уж он и редкий. Кажется, он просто здесь растет. Только там... там ничего? Там, по-моему, что-то есть. Так, здесь, наверное, опять эти... ребята водные, которые плавают. Да, вон они. Соберу-ка я сразу. Лужа-плорт. Вот как он называется. Интересно, а что за локация? Где их можно будет сажать, не знаю? Высаживать, выращивать? Так, сходить ли сразу туда или... Не, ну туда я пойду потом. Сначала схожу сюда наверх, посмотрю, что тут есть. Потому что там есть телепорт, куда я могу вернуться домой. Так, это один вход в пещеру. Здесь ничего интересного. Там я был. А вот с той стороны, по-моему, тоже ничего интересного. И здесь ничего. Здесь, по-моему, только сердцевёкла. Да, сердцевёкла. На самом деле, самые пустые локации, которые только есть. Блин, я думал, здесь очень много чего интересного нового. Но здесь ничего особенного. Все это практически было на тех стандартных локациях. Блин, долечу, не долечу, долетел. Давайте посмотрим, что в пещере. Надо будет вернуться на базу за овощами. Ого, какая красивая пещера. Так, здесь я точно что-нибудь найду интересное, мне кажется. Что это за сокровищницы? Почему они закрыты и как их открыть? Это целая пещера. Не знаю, спускаться вниз или нет. Давай-ка спустимся, посмотрим. Это у нас... А, кристальный слайм! Нифига себе, их собираем, конечно. Сколько у вас тут? Раз, два, три, 10 штук не надо. 10 штук мне хватит. А кристальные слаймы как раз едят тот лук, который я посадил. Отлично. Супер. Все складывается прям до нельзя в мою сторону. 8 штук. 9, 10. Отлично, у меня есть полный набор слаймов. Офигительно взрывные. Оу, тихо, тихо, тихо. Тихо. Блин, радиоактивных здесь нету? По-моему, нету. Ай, 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 ай. Блин, 30 здоровья осталось. Первый раз у меня столько хп. Мало. Блин, надо теперь срочно искать радиоактивных сразу же, чтобы посадить. И возвращаться на базу. Ой, осторожно. Так, еще в этой стороне я не был. Надо накопить сразу джетпак, чтобы долететь куда надо. Ой, а там что такое? Там какой-то или секретик, или... Ну, это из пещеры, где лар... Вон, радиоактивный. Так, отлично, я долечу. Давай. О, как раз соберу столько радиоактивных, сколько мне надо, наверное. Мне надо ровно 10. Потому что ни одного я еще не посадил. Они дают... Они какую-то отраву дают. То есть я отравляюсь, я не знаю, здоровья не теряю. Просто пока отравляюсь. Главное то, что они в моем кармане меня не отравляют. Это радует. Так, это, видимо, база радиоактивных слаймов. То есть, как я понял, у каждого слайма есть свой какой-то закуток, где они живут, где они растут и размножаются. О, скалистый гордый, еще один. Так, теперь у меня есть 2 горда. Один в пещере, один здесь. Надо будет запомнить. И тому, и этому нужны овощи. Так, ладно, сначала вернусь на базу. Видимо, здесь я пройду, насколько я понял. Да, здесь я... Блин, да осторожно, что вы делаете-то, зачем? Здесь я прохожу, да. Знак опасно, да? Блин, где-то здесь будут опасные... Ларга? Да, какой-то он злой. Радиоактивный еще и огненный. Взрывной, точнее. Так, все? Это все. Ничего страшного не было. Так, а вот это запутанное место. Здесь можно снизу пройти. О, еще какой-то выход. А, это как раз выход туда, откуда я пришел. Здесь я бегал, здесь я бегал. Уже плорт. Это что у нас? Ока-ока! Блин, ока-ока! Ока-ока-ока-ока! Блин, вот она. Есть, я поймал ока-ока. Это как раз, по-моему, нужно для радиоактивных слаймов. Вода. Здесь, по-моему, ничего больше интересного нету. Оттуда я пришел. Туда я могу уйти вниз. Да, пещера еще одна. Нет, подожди-ка, их тут 2. Одна пещера там, другая там. Так, секундочку. Одна сверху, другая снизу. Насколько я понял. Да, их тут 2. Давай-ка посмотрим на нижнюю. Я через нижнюю пришел или... Точно. Что это? Офигеть, это огромный радиоактивный гордо. Класс. Надо будет запомнить еще один гордо.
Целая задача мне на следующую серию, да, это как раз тот выход, который я увидел там на мосту. Я даже знаю, в этой серии взорвать этих трех города или в следующей. Да, начну, пожалуй, с базы, вернусь к посажу слаймов и дальше буду разбираться. Ну все, возвращаемся домой. Как хорошо дома. Скалистый слайм. Подожди, а зачем я собирал скалистых слаймов? Зачем? Ну зачем я их собирал? Я бы мог не собирать их. Око-око, надо посадить око-око. Так, у меня здесь... А при чем здесь морковка? Почему здесь выросла морковь? Так, участок земли. Купить. Посадить око-око, растет око-око. Салатный бар, достижение. Вырасти на ферме одновременно три разных овощных культуры. Мне морковка здесь не нужна. Морковка, она невкусная. Ну, она может быть и вкусная кому-то, но... Блин, я же здесь лук высаживаю, ну зачем здесь морковка растет? Растет вот лук нарисовано. А здесь-то точно будет только лука расти? Или всякая фигня тоже? Держите, вы же едите в овощи. Блин, надо было собрать для того года. Так, еще два загона можно поставить. Так, первый загон сюда. Второй загон сюда. Сюда мы садим радиоактивных слаймов. Надеюсь, они не выпрыгнут. И кристальных вот сюда. Отлично, у меня целая толпа теперь слаймов, целая ферма. Офигенно. Так, собираем клубнику, мне нужны денежки, чтобы поставить сразу загон большой. Может быть, плотосборники я не смогу поставить сейчас, но загоны надо поднять, чтобы они не упрыгали никуда. Ну, на гордо я буду собирать по дороге всякие овощи и фрукты, не знаю. Пока, наверное, да. О, еще и репчатый лук. Чудной лук, точно, он же созрел уже. Пусть будет, подкормим как раз сердце свекла сюда. Отлично, клубничка. О, нифига себе, мы уже там поразвивались. Сюда мы сдаем клубничку. А лук, лук, по-моему, они едят лук. Нет, они едят око-око, лук едят. Блин, смотри, смотри, упрыгивают. Держите, вот они едят лук. Так, ребята, вам нужны высокие стены, это по-любому. Вы уже выскакиваете. Тихо, 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 злые какие. Собираем. Собираем. Не злые, однако, а? Надо чаще появляться на ферме, чтобы кормить их. Так, собираем еще. Ого, сколько фосфорных плортов. Не зря я развел себе рюкзак на максимум. Так, ребята, вы, главное, не ускакивайте никуда. Сейчас сразу поставлю загон фосфорный. Нет, это скалистый плортер. Трансплортер. Интересно, что это? Сейчас посмотрим. Там достижение. Трансплортер. Продай 500 плортов на плорт-маркете. Неплохо так. Так, у меня есть загон высокий. Еще один загон надо поднять сразу. Высокие стены. Вот эти ребята, мне кажется, сейчас выскочат. Вот прям чувствую, что они могут выскочить. Поэтому поставлю воздушную сеть. И воздушную сеть, наверное, надо будет поставить сюда потом. Так, вы добрые, добрые. Ой, сколько вас. О, кристальные, офигеть. Вот это мне нравится. Они же очень дорогущие на плорт-маркете. Офигеть, они сильные, блин. Эй, я все собрал? Я не вижу из-за этих кристаллов. Так, слаймы на базу. Я пойду сдам плорты. И сразу поставлю загон на фосфорные, чтобы была крыша. Так, отлично. Блин, сколько с них много дает монет. Это же здорово. Даже хватит на плортосборник. Сразу поставлю его. А сюда поставлю воздушную сеть. И да, у меня хватает на плортосборник. Все, у меня 4 прокачанных фермы слаймов. 4 грядки для них. У меня есть все, что нужно, чтобы откармливать этих слаймов. Ну а теперь пора пособирать немножко фруктов, овощей и скормить их гордо. Блин, по-моему, не все едят овощи, поэтому надо собирать овощи. Морковку и всякую другую фигню полезную. Блин, очень мало овощей получается найти. Не знаю, с чем это связано, но здесь их очень мало. Так, я даже не знаю, с какого начать-то. С ближнего или с дальнего города? Наверное, побегу к тому городу, который сидит в пещере. Мне кажется, его проще всего откормить. Осторожно. Так, письмо от Кейси. Зайдите в фермерский дом, чтобы узнать. Наверное, на обратной дороге я забегу туда. Так, о, морковочка еще. Лишней не будет. Держись. Ловись. Ладно, думаю, скормить то, что я уже успел насобирать, вернуться на базу, может быть, там что-то уже выросло. Ну что, ты ждешь меня? Держи. Свеклу, ты же любишь свеклу. Держи морковку. У меня еще чудной лук есть. А ему все мало, капец.
Пойду-ка я пробегу отсюда через телепорт, посмотрю сразу же, может быть, что-то есть тут по дороге, и вернусь на базу. Нашел парочку ока-ока, поэтому сразу же их отдам этому радиоактивному городу, потому что он их любит. А сам вернусь на базу, как и хотел. Ну вот я и на базе. Надо быстренько сдать порты. Кстати, водные порты дают достаточно много, насколько я понял. По дороге их наловил. Так, отлично, сердцевекла мне нужна. Кубики у нас еще не созрели. Что у нас там? На тех грядках? Здесь у нас урожай только ока-ока. Да, отлично. Надо будет посмотреть, хотят ли фосфорные есть или нет. А то я сейчас их обделю, они обидятся на меня. Не фосфорные, а радиоактивные. Пока добренькие, нет, некоторые голодные, поэтому... Поэтому лучше я их накормлю полностью всех. И, кстати, сердцевеклы... Тихо! Сердцевеклы сразу дам ребятам. Держите. Только чего вы-то распрыгались? У вас другая еда. Вкусная. Так, вам ничего не надо? Нет, у вас все есть. Давайте вам поставим, может, шарманку, не знаю. Успокоит вас. Вы какие-то злые. Давайте всем поставим шарманки. Так, радиоактивным поставим. Купить. И вам поставим. Купить. Кормушка автомат мне не нужна. Я, в принципе, могу и сам кормить. Так, корпорация 7Z. Надо будет посмотреть, что это за письмо. Так, быстренько соберу плоты. Быстренько их сдам. Эй, собери все. Вон там валяются еще два. Как меня пугают эти кристаллические. Какие-то мощные. Так, собрал. Молодец. Теперь собираем этих. Есть там что-то? Нет. Может быть, у вас что-то есть? Блин, нет. Не та кнопка. Лорта сборных у нас здесь. Целых 18 штук. Блин, какие они радиоактивные, однако. Интересно, здоровье падать начнет, если радиация накопится. Даже не хочу пробовать. Ну, у кристаллических ничего и нету. Ну и фиг с вами. Пойду сдам эту, поставлю шарманку остальным, кому не поставил. И почитаем письма, которые пришли. Так, а шарманка осталась, по-моему, только у вас. Да. Что она дает, только я не понимаю. Снижает степень беспокойства слайма. Ну, пускай будет. Ладно, лишнее не будет. О, лучок уже почти подрос. Морковка? Зачем морковка растет здесь? Я не понимаю. Так, что за письмо тут пришло? В общем, какая-то их история между собой. Только здесь про какой-то ранговый премиальный клуб. Я не понял, что это значит. Возвратная ферма. Вот, премиальный клуб 7Z. Что это такое? Текущий ранг информации отсутствует. Следующий ранг посвященный. Кукарикун флюгер. Купить. Узнать больше. А, в общем-то, за деньги я могу что-то покупать. Ну, я не знаю. Давай купим ради интереса. И что это было? Флюгер? Ну, во, это улучшение, украшение для базы. Блин, не, я не готов пока тратить деньги на украшательство. Я еще не все купил здесь. Наверное, надо купить сердечный блок, чтобы он был. Здоровья лишним не будет. И, блин, я даже не знаю. Наверное, все-таки стоит попробовать докормить этих больших гордо. Но мне для этого понадобится просто море овощей. Блин, где же я столько возьму? Так, морковка есть. Курочки я пока вас тоже соберу, потом выкину куда-нибудь. Ладно, вы же не против? Так, морковка. Нет, пока фрукты мне не нужны, фрукты они не едят. Вот морковку не едят. Интересно, хватит ли этому городу столько еды? А давайте проверим. Может быть, ему и хватит. Так, сердцевеклу, ты... Блин, да почему вы все мимо летите? Ну иди сюда, я же запылесосил тебя. Так, раз, два, третий, где? Вот она. Вот она. Пойдем-ка. Держи. Раз, два, три. Лук. Блин, да он уже трясется, он уже скоро лопнет. Ну, давай, 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 давай. Отлично, первый есть. Ого, сколько тут вас. Надо вас сразу откинуть, нафиг. Вы же мне мешать будете. Блин, вас только мне не надо. Я уже вас всех поймал, посадил, и вы у меня уже есть. Так, а телепорт, интересно, куда ведет? Надо будет проверить. Так, здесь у нас что? Еда. Так, фосфорный, фосфорный тоже улетай. Следующий. Здесь у нас цыпа, клубничка. Клубничка мне, в принципе, ну, на базе пригодится, может быть. И здесь тоже всякая фигня, богофрукты и... Да, в принципе, не надо мне оно. Давайте посмотрим, куда приведет телепорт. Телепорт нас привел в... Интересно. А, он привел нас за базу. Ну, у меня же там еще закрыто, по-моему. Да, у меня там еще закрыта местность. Только что там интересно такое.
До туда допрыгнуть или долететь можно? Наверное, допрыгать. Интересно. Давайте-ка сразу до туда дойдем, посмотрим. Так, туда можно, да, будет. Сейчас посмотрю сначала, есть ли выход или нет. Так, нет, еще закрыто. Это же еще не купленная территория. Надо будет купить. 1700, по-моему, она стоит. Пойду-ка я посмотрю этот секретик. Я не знаю, дорожка это. Может быть, она и не секретная, но как-то она так расположена. Типа секретно. Блин, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну-ка, 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 ну-ка. Не хочешь туда запрыгнуть? Наверное, не получится. Ну, сейчас попробуем. Ну-ка, давай, 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 слетай, слетай, слетай. Блин, нет, не получается. Наверное, только вниз. Давайте спустимся и посмотрим, что у нас тут. Здесь у нас просто дорожка. И подъем наверх. Точно, ничего интересного. Так, и здесь у нас... Ой, осторожно. Здесь у нас ничего, кроме прохода сюда. Наверное, я так и сделаю. Пройду-ка сначала сюда. А потом вернусь через телепорт и буду искать овощи для следующего города. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Блин, тут так-то сложновато прыгать. Высоко. Блин, давай копись, копись энергия. Может быть, сюда можно аккуратно запрыгнуть, отсюда перепрыгнуть. Давай, 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 давай. Отлично. Блин, все равно энергии не хватает. Это моя база такая большая. Ого, какая огромная луна. Небо-то какое прикольное. Давай, полетели. Так, это типа дорога вторая назад. Луничка. А это что такое? Ночник. Тип слайм-игрушка. Блин, я даже не знаю. Оно, наверное, мне нужно? Я же не могу его никуда не взять, не пронести. Блин, перепрыгнуть? Перепрыгнуть смогу или нет? Так, ночник. Блин, а как его поставить? Он не ставится, он падает. Так, порты мне нужны. А, это для фосфорных слаймов, наверное. Ну ладно, посмотрю, что там есть, а потом вернусь на базу. Не, наверное, сразу возьму, потому что там недалеко, в принципе, выход на базу. Так, аккуратно. Полетели. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, летели. Отлично. Больше не будет сюрпризов? Перепрыгивать ничего не придется? Здорово. Так, здесь какая-то опасная зона. А, это же то место, где я был. А почему она с каких пор она стала опасной? Ну, я же здесь был, я помню. Так, давай, давай, давай. Сразу же наверх запрыгнем аккуратно. Из-за ночника ничего не видно. Здесь курешки, больше ничего. Аккуратно, пропрыгнем сверху. Давай посмотрим, что здесь есть. Там коты, кроты и ничего интересного. И дорожка вниз. И куда она ведет? Я не понимаю. Это же вот прямо рядом с базой место. Я не вижу просто, как тут пройти. Может быть, сюда вниз спуститься? Давайте попробуем. Так, перепрыгнуть. Аккуратно перепрыгиваем. Еще один прыжок. Блин, там придется лететь. А нет, прыг. Блин, куда дальше-то? Блин, а дальше-то некуда на самом деле, ребята. Я вот полазил здесь и не нашел. Может быть, вы знаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я почему-то не нашел выхода отсюда. Может быть, здесь можно перепрыгнуть? Ну, я пробовал, не получилось. Хотя нет, я нашел дорогу, потому что мне было очень, очень хотелось не обходить все это стороной, а попробовать пройти здесь. Можно допрыгнуть вон. Блин, куда плорт? Плорт улетел, блин. Я ж тебя так долго искал. Да, пожалуй, можно еще по дороге что-нибудь собрать. Так вот, можно забраться вот сюда немножко, пролететь на джетпаке вон до туда. Блин, да что ж такое? Почему, когда я что-то пытаюсь показать, у меня нифига не получается с первого раза? Сюда я не пробовал сразу залететь, поэтому попробовал вон туда. А оттуда уже перелетел, смотрите. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Вот сюда. И потом отсюда, по-моему, сразу же вон туда полетел. Сейчас попробуем. Давай, оп. Давай-давай-давай-давай-давай. Да, вот оно получилось. И вот, вот оно то место, где я был. То есть та сторона, с которой я в принципе пришел. Самая обычная, самая простая, самая первая. Можно здесь просто взять и пройти обратно. Вот оно, то место. Ну а я возвращаюсь на базу. По-моему, даже по скалам можно пробежать. Да, я могу просто проскакать поверху. Так, а куда присобачить ночник? Я даже не знаю. Даже не думаю, не думал куда. Наверное, поставить им посерединке куда-нибудь. Пускай развлекаются. А может быть, к ним туда можно поставить? Ну-ка. Оп. И? Они все залетали. Надо их покормить, бедолаг.
Так, этот ночник явно понравился этим ребятам. Да, ребята, пожалуй, вас стоит покормить. Пойду сдам плурты и покормлю вас. Так, клубничка у нас для фосфорных слаймов. Держите, ребята, по-моему, вы проголодались. Дальше у нас идет сердцевёкла, она идет для вас. Держите, ребята, вы тоже голодные, я вижу. Так, чудной лук для кого? Не помню. Сейчас, подожди, соберу-ка вот эту гадость. Ока-ока. Я даже не знаю, что это, на картошку похоже, только это не картошка совсем. Так, ока-ока для вас, ребятки, вы голодные. И чудной лук для вас, ребятки. Вы тоже голодные, я вижу. Пожалуй, стоит поделить между вами морковку полностью. И вам штучек 20, чтобы вы не голодали совсем. Надо будет сразу собрать все и сдать. Так, я в принципе все собрал. О, еще один входящий звонок. Ну-ка, давайте прочитаем. Том 2 целых. Виктор Хамфрис и Моки Майлз. Давай, Моки Майлз, мой фермерский дар еще заставит тебя поерзать, бесхребетный червяк. Тебе надо всего лишь плорты. И кучу времени. 31 минута. Так, держи сразу фосфорных 4 штучки. Что мне еще есть? Есть скалистые, держи 4 штучки. Нет, 2 штучки тебе надо было. И надо еще один вулканический найти, всего лишь. Ладно, ребята, на этом, я думаю, все на сегодня. Остальных гордо я откормлю в следующей серии, и плорты, в принципе, сдам в следующей серии. А начну я следующую серию с выполнения задания для этой дамочки. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию, и поддержи меня лайком. Всем пока, и до скорого!